Дорогие друзья, привет! Спасибо, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас шпинатный бисквит. У меня такой красавчик шпинат. И растительное масло. Сейчас мы измельчаем это все очень мелко. Вот так мы измельчили шпинат и растительное масло. Добавляем обязательно щепотку соли. Вот такая красивая у нас масса получилась. Муку соединяем с рыхлителем и просеиваем. Что нам теперь остается? Взбить яйца с сахаром. Взбиваем до красивой пышной массы. Мы взбили яйца с сахаром. Добавляем нашу шпинатную массу и очень аккуратно перемешиваем. Духовка 180. Смотрите, уже как красиво. И добавляем наши сухие ингредиенты. Не торопясь, очень аккуратно вымешиваем нашу массу и в духовку. Время выпечки зависит от размера. Сегодня я буду тонким пластом выпекать, поэтому будет меньше. Если вы будете в виде торта, тогда от 30 до 40 минут. Пробуем шпажкой. Сухая шпажка, значит, бисквит готов. Вот еще буквально. Нам надо просто, чтобы у нас не было муки непромешанной. Все, наверное. Берем противень, застеленный пергаментной бумагой, или форму, и выливаем наше тесто. Все, и ставим в духовку. Наш бисквит готов. Посмотрите, какой он красивый, но очень горячий. Всем пока и до новых встреч!